Ребята, всем привет! Я оделась, пошла по делам, схожу, там одно место надо сходить, и поеду. Хочу съездить в светофор, кое-что искру купить, чтобы было. То что-то я посмотрела видосики всякие в Германии, во Франции, в Италии. У меня девчонка знакомая живет во Франции, в Италии тоже. Выкладывают, что у них там вообще жесть творится. В магазинах ничего нет, все скупают. Так что вдруг нас тоже сторона не обойдет, тоже надо закупаться. Хочу съездить, посмотреть, что-нибудь, может, закуплю. В общем, вот такие планы у меня. Пошла поделишка. Блин, у нас, прикиньте, вчера опять снег выпал просто немножко. Опять все в снегу. Пошла по делам. Здесь любимая наша дорожка Ярик, кто, блин, давно здесь не ходил в храм. Мы смотрели. Ждем, когда снег стает, чтобы на коляске идти гулять. Ногами он не хочет. Так что солнышко, но морозненько еще. Тут уже собачки живут, они такие просто жирные. Мясо их видно куда-то. Здесь у нас алмаз. Ну, там тоже одежда. С рынка переехали сюда. Мы туда не ходим. Там вот Меркурий называется, торговый центр. Там тоже. Мы здесь плитку покупали. Ну, тоже и одежда, и все есть. А там на другом углу светофор. Все, почти пришла. Там вообще такие дорожки. Все в снегу. Я найду столько машин. Машин много, так-то перешли в светофоре. Народу много. Цены поднимаются, мне кажется, сейчас люди вообще все скупают. Здесь, наверное, там не протолкнуться, но сейчас посмотрю. Короче, это капец. Народу полный магазин, все скупают, все. Ну, если честно, светофор взять нечего. Я так взяла самое необходимое, ну, такое, тут чай подешевле, да что-то. Так, по мелочи кое-что взяла, но брать нечего. Все толкаются. Народу очень много. Ну, сюда многие ездят, покупают для своих магазинов. Здесь покупают у себя дороже, продают два раза. Бабусик вообще полно. Где пройти-то? Все, пришла пока домой, сейчас пойду дальше. Купила я в светофоре сыр голландский. Он там недорогой. Ну, так что-нибудь я обычно готовлюсь, запекаю. Большой кусок. Ну, морозилку я убираю обычно. Так. Сыр купила, вот такую грудинку, тоже недорогая у них. Мама брала уже, в принципе, ничем не отличается от магазинов, нормально так что. И, кстати, дешевая очень. Крем чистящий, вся в светофоре покупаю. Рис круглый, масло подсолнечное. Такую лапшу взяла на пробу, говорят, вкусная очень, большая яичная. Обратные диски у меня закончились. Чай Кертис. Это красно-белое заходила. Паштет Денису на работу купила. Масло сливочное. Не знаю, хорошее, нет. Наши пермские. Это что, Чайковский. Это Екатеринбург, производитель. Ни разу не была. Не знаю, сгущенка взяла. Тоже недорогая. Ну, это я Ярику купила в красно-белом. Вообще, это у меня потратило 800 рублей. Сейчас пойду дальше. Еще кошке корм надо купить. Да так еще по мелочи. Затариться. Короче, я сегодня вообще затарилась на 3000. Смотрите, что купила. Манты взяла. Гайное все. Крабовое мясо. Так. Купила тесто по акции в монетке. Слоеное. Пиццу, кстати, с ним люблю делать. Так. Говядину купила. Свинину. Короче, на прозапас. Пачку сахара. Гречу. Представляете, греча по 140 рублей. Да офигеть вообще. Магазины стоят. Я еще по дешевке купила. Так, макароны купила. Вот такие разноцветные. Разноцветные. Попробовать. Так, это что? Хлоргексидин. Хлеба взяла. Мыло.
для рук. Сардельки купила. Так, это помадинки из печени. Хлеб к чаю себе. Вот такие по акции они сейчас, монетки по 39 рублей. Молоко, чтобы было, это оно, срок хранения у него долго. Холодильник поставлю. Мало ли у нас тоже будет, как за границей. Полки пустые. Сейчас расскажу, что я... Ой, попали. Вафли, вот эти вообще супер вкусные вафли Ярославки. Так. И купила десяток яиц. Кстати, по 70 рублей яйца уже вообще, обалдеть. Раньше были у нас, ну, по 39, по 40 с копейками. Уже по 70. Дешевле 70 просто не найти. И корм кошки купила последний по акции. 440 рублей пачка. Везде за 500 уже. Это 2 килограмма. Ну, ты и на месяца на полтора хватит. Вот. Еще вот такие продукты. Я сейчас камеру переключу, расскажу что-то. В общем, прихожу в магазин сюда наш, где я обычно хлеб покупаю. Хлеб, молоко беру из женщины. Ну, я каждый день хожу, она меня хорошо уже знает. Я хлеб покупала, она говорит, капец вообще, люди скупают бумагу туалетную, спички, колбасу палками берут, сардельки, вот сосиски упаковками большими. В морозилку все убирают. Я говорю, ну вообще, говорю, с ума сошли. Я говорю, знаю, что за границей все уже просто все полки пустые. Во Франции, в Италии, в Германии. И это. Я говорю, неужели у нас так же будет? Или просто вот на людей панику наводят, и они все скупают. Я надеюсь, до нас это не дойдет. Было уже, по-моему, как-то не так давно одно время. Также доллар подорожал. Людей пугали, они все тоже все скупали у нас, помню. Самое интересное, крупы. Все уже скупили. Крупы вообще. Осталось такое неходовой рис. Я вот рис не очень люблю. Такое вот осталось. Гречки нету нигде почти. Дешевые особенно. Дешевую всю разобрали. Что я еще хотела купить и не нашла. Булгур тоже по 90 уже. Был по 60. Цены поднимают. Короче, охренели уже совсем. Ой, дурдом. В общем, а вы что думаете по этому поводу? Что вообще будет дальше? Так же в России будет, как за границей? Или все-таки наладится все? Ребята, мы же вчера микроволновку приделали еще. Забыла показать. Такие кронштейны новые. Микроволновку, конечно, мы все новую купим со временем. Хоть нам и говорили выше делать, но выше она будет неудобна. Туда мы, как я померяю, потом часы туда куплю. Какие-нибудь красивые. А так вот, в принципе, удобненько. Кстати, микроволновку я очистила, все вот эти наклейки тут были, убрала, тут вот эту большую убрала, пока, чтобы вид еще не открыл. Не успела, в садик побежала. Внутри ее помыла, как смогла. В общем, она у нас сейчас такая, вот, без наклеек, без лишних. Вот, Ярославу компотик налила. Перегрела, блин. Смотрите, какая у нас соска. Вообще. Сейчас опять скажут, почему из кружки не пьет. Из кружки он пьет. Вот именно соки, компоты, какао он любит из бутылки. Что за бардак дома? А, мама. Что мама? Это мама раскидала разве? Я. Ты раскидал, да? Маме сегодня некогда было даже прибраться только. Будешь сейчас маме помогать прибираться? А? Еще на балконе хочу прибраться. Жду, когда потеплее будет. Холодно. Смотрите, там вообще все захламлено просто. Просто все завалено.